20 секунд до эфира. 20 секунд до эфира. Я буду думать, скорее всего, как я выступила или о каких-нибудь моментах жизни. Нет, смотри, ты сегодня же будешь спать, правильно? А о чем ты мечтаешь перед сном? О конфетах. О конфетах? А о каких? Круглых, мягких. Круглых, мягких? Треугольных. Классно. А тебе сны снятся? Угу. Иногда. Иногда, да? А вот когда они тебе не снятся, как думаешь, чем они занимаются вообще? Наверное, в каких-то гехмозгах где-нибудь. В гехмозгах? Что они делают? Они играют, или там, например, тоже спят. Тоже спят. А когда спят сны, им сны снятся? Да. А может быть, они где-то живут в каком-то там доме или в кунре где-то? В кунре. В кунре сны живут. О чем ты думаешь, когда просыпаешься? Первая мысль, ты проснулся и думаешь? О том, какие мне сегодня будут оценки в школе. Что будет в школе? Что будет в школе? Карим, а если, как думаешь, если бы животные умели разговаривать, о чем бы они говорили? О чем бы? Да. Они разговаривают, просто у них язык другой. Да. Животные не могут разговаривать, у них свой есть голос. А о чем они говорят, как ты думаешь? Говорят на своем языке. Ну, о чем-то же говорят, например, встречается лев и антилопа. О чем они говорят? Говорят, лев говорит, что хочет мяса. А антилопа говорит? Антилопа не хочет ему отдавать мясо свое. Она убегает. Не ешь мое мясо, не бери. Да. Нет, что-нибудь спроси у него, у тигра. Приходит тигр, твой вопрос этому животному. А что-нибудь я скажу. Да? Что ты скажешь? Что хочешь? Что тебе интересно узнать у тигра? Я хочу узнать, а он не настоящий? Он настоящий придет. А где он живет? Получается, тигр и тушканчик. Какой у них будет диалог? Я про тушканчика ничего не знаю. Давай, тигр и антилопа. Тигр бы, наверное, сказал, как он любит его есть. Ага. А антилопа бы сказала? Она бы, наверное, не стала разговаривать, потому что это хищник, а он травоядный. А если бы, как думаешь, животные умели бы разговаривать, о чем бы они говорили? О дружбе. О дружбе? Например, встречается антилопа и лев. Лев ее обнимает, за шею целует и говорит, как мы с тобой хорошие друзья. Так? А еще о чем? То, что они хорошие друзья.